А в Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение. К этой вынужденной мере городские власти призвали из-за длительной аномальной жары. Репортаж нашего корреспондента в США Майра Абдрахмановой. Невыносимая жаркая погода держится во многих штатах США уже более 3 недель. В некоторых регионах она достигла 50 градусов по Цельсию. Синоптики говорят о глобальном потеплении и предупреждают о последующих возможных аномальных явлениях природы. Гнетущая жара в Нью-Йорке осложняет ситуацию в связи с высокой влажностью. Жители мегаполиса буквально задыхаются от жары среди каменных небоскребов. Она не опускает даже ночью. В 20-миллионном городе предупредили об ограничении работы кондиционеров. Не легче приходится и жителям американской столицы. Жара, которая длится несколько недель в Вашингтоне, не опускается ниже 90 градусов по Фаренгейту. Особенно тяжело приходится пожилым людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Национальный метеорологический центр США дает неутешительные прогнозы до конца недели. Ожидается, что в предстоящий уикенд температура воздуха достигнет 110 градусов по Фаренгейту. Это самый жаркий сезон в нашем регионе. Я только что проверила погоду, и столбик термометра достиг 38 градусов. Просто сил нет. Это ужасно. Вы видите, какие тучи на небе, но и они не спасают. Ну, очень жарко. Я никогда не ощущал такого. Я уже выпил десятки таких бутылок с водой, и легче не становится. Майра Абдрахманова, Ринат Садыров, США, 24 KZ.